Всем привет, ребят, с вами Даша, сегодня будет видеоблог. Всем привет, я Даша, сегодня будет видеоблог. Давай продолжать. Я с моей сестрой, она тоже снимает меня, только не по-настоящему. Так много меня. Блин, вот мы сейчас поехали, мне, ну не мне, а сестре нужно купить куртку. Вот, меня уже купили. Вот. Время уже темно практически, и мы хотим взорвать бомбочки. У меня там 60 штук. Вот. Такой подъезд покрасил, бомжатский какой-то. Вот, уже темно. Мы поедем сейчас в Нику. Вот. Блин, меня вообще не видно, не слышно. Чё каркаешь? По краю дороги едет, вот. И бомба где-то в окно смотрит. Вот Катька. Точняк. Ты только потом замажешь. Да, Катя, не видно здесь вообще. Капюшон какой-то. Вот. Видите, там красненькая горит. Катя, елка. Ай, блин, чуть не упала. Вот, кстати, меня кладут в больницу. Шоуг. Вот. 20. Стой. Да, вы стоила. Да, он смотрит, да. 27. Во. Стой, чувак. 27 ноября. Сегодня 25. Короче, сегодня суббота, завтра воскресенье, в понедельник меня вот. Вот. Это плохо. Я устала. Никаких обидчиков. Вот. Короче. А у нас водопровод. Заткнись. А у нас в квартире газ. Давай вот это газ. Ты мне говоришь. Ты мне сейчас говоришь, а у нас в квартире газ, а у вас. Поняла? Мы идем. Куда мы идем? В магазин. Ну зачем мы еще зайдем в ларек? Вот. Мы ждем ее подругу. Здравствуйте. Вот. Очень упал. Ой, субок. Вот аллея. И дом. Идем. Сейчас придет королева Инстаграма. Она тоже когда-то в свое время снимала видео только в Инстаграм. Но вы ее никто не знаете. Дыбу. Ссылка будет на дыбу в описании. Огромная. Просто. Дяденька очень маленький, а собака очень огромная. Вот. Мы купили сейчас еще такие вот взрыв мозга с кока-колой. Как у вас дела? Короче, у меня есть с собой бомб. А, я вам говорила, бомбочки. Короче, мы чуть подальше отойдем, потому что здесь все соседи наши. И все. Ой, моя любимая идет. Идем к ней, моей любимой красотке. Люблю ее. Муа-муа-муа. Греется. Греется холодно. Да. Вот. Я уже всем себе порекомендовала. Ты в Инстаграме, королева Инстаграма. Что, замерзли? Да. Ну-ка, ну я с папой шла. Ой. Вот, ребят, мы в автобусе. Катя. Там еще сидит Катя. Я буду раскрывать сюрпризики для девочек. О, нифига. А, это молния, да? Вот, ребят, мы приехали уже. Наш автобус. Я чуть-чуть спала. Со мной все в порядке. Вот, вон Ника. Надо выкинуть эти сюрпризики от них этих. Давайте здесь бомбочку. Давайте правда бомбочку. Ладно. Вот, ребят, сейчас мы возьмем фанту новую какую-то. Вот. Сейчас мы найдем. Что? Вот, ребят, мы идем. Вчера мы пили. С чем мы как пили? Чем мы пили вчера? С виноградом? Фанту. А сегодня с голубикой, да? Вот. Она синяя, правда. Да, сейчас. Вот. Ребята, она офигенная просто. Это мой любимый напиток теперь. Вот у нас вы продавали на Илинке. Вот у нас только там кока-колу ваниль продают, вроде все. Череп. Ну, это доктор Пеппер. А вот таких фант там не продают у нас. Ну, на Илинке. За наш район. Вот она.
Сейчас я... Мне надо перчатки отдать, ребята, на серьезно. Блин. Вот, мы приехали в эконом-мир. Вот. Вот. Зашли уже. Идем на экскаватор. Уже устала ходить. Мы сейчас в Дёнере. Вот, я заряжаю телефон. Ну, через портативку. Да, что вот, мы сейчас находимся в Дёнере. Нам готовят еду. Вот. После этого мы пойдем к Мише. Катя. Мы к Мише. Вот, к Мише. Это наш друг. Ну, лично их друг. Ну, мой... Ну, короче, Миша, пойдем. Вот. Музыка такая классная. Муса, муса, я коса. Вот, ребят, я ем шавуху. Здравствуйте. Короче, вон они все. Миш, Миш, ты будешь со мной сниматься? Ты будешь со мной сниматься? Я бы только в одном баге остался, это много. Ну и ладно. Мы наваливаем бас. Копы так не любят нас. Вот. Здравствуйте. Это не мой пакет, ну ладно. Зато там есть бомбочки мои. Короче, ребят, я уже дома. Вот. Извините, что я вам дальше не засняла. Мы потому что уже ехали в машине. И чтобы я вам снимала, мы просто приехали домой и все. Вот. Я сейчас пойду мыться, буду стирать вещи в больницу, а завтра, возможно, вам сниму видео, что я беру с собой в больницу. Так что я вас люблю, всем пока!